если кого укачало, советую проблеваться сейчас. Вундеркинды. Так мы называли этих ребят. У них было всего 3 недели на подготовку. Чудовищно мало. В бою они погибали первыми. Впрочем, на самом деле, ни сила, ни опыт не имеют значения. Достаточно однажды побывать на поле боя, чтобы измениться навсегда. Тарава. Место как место. Песчаный пляж где-то на Тихом океане. Но для многих из нас он стал последним. Томми! Увидимся на берегу!